Так, приветствую вас. Такое вот видео, экспромтное немножко вчера. Да какое же экспромтное? То есть я вчера говорил, что расскажу о том, как вообще работать с экономикой, криптоэкономикой и так далее. Но заметьте, вот у меня над головой вот там такое летит. Это химтрасса. Вот. Про эти химтрассы, я не знаю, очень много видеороликов, гигантское много информации, то есть никто ничего не может сказать, никто ничего не знает, не понимает и так далее. Давайте я вам дам немножко свое предположение по поводу химтрассы. Итак, распыляются в основном металлы, то есть мелкодисперсные металлы. Опять же, сложно сказать, то есть там есть даже, скажем так, высоконаучные объяснения по поводу того, что создается огромная нейросеть, там, микрокомпьютеров, передающих и так далее. Я думаю, все может быть гораздо проще, потому что при осаждении металла в определенных, я сейчас не вижу этих стаек голубей, то есть в определенных участках головного мозга мы начинаем наблюдать голубей, которые ходят. Сука, я их, прошу прощения, я их пинаю ногами, я его пинаю ногой, то есть оно, знаешь, типа, ты чё, знаешь, на меня смотрит, типа, ты чё, дурной, это я здесь хожу, я хозяин. Ладно, видеоролики о дирижаблях, теперь я вам показал химтрассу. Теперь немножко, почему мы строим дирижабль, для чего и какая вообще экономическая среда. Прошлое видео было о голосовании, то есть голосование можно систему сделать действительно очень умной, очень интеллектуальной, и она не только будет давать систему голосования, но она и будет давать огромную базу данных сразу для людей, то есть именно по работе с заболеваниями, с решениями заболеваниями, объединение как GitHub, грубо говоря, это большой блокчейн GitHub с разными разветвлениями, то есть есть сеть там, где люди хранят свои идентификационные данные, то есть это просто, грубо говоря, даже, как сказать, они записывают валидность свою. То есть они записывают и подтверждают ее каждые 5 лет, что вот я, да, действительно, это я такой живой, я имею право, к примеру, решать в этой стране, в этом, и так далее. Это нормально. То есть здесь нет ничего вообще сверх такого космического. Вот, теперь о криптоэкономике. Многие могут сказать, да, срать я хотел, там, как будет работать вся банковская система, там, мне бы покушать, там, это, предателей мы же знаем, это ж страны предательские, то есть здесь будет экспортировать сюда политику для того, чтобы мы все решали, какой предатель, а какой не предатель, в общем, все работает как часы. Так вот, как будет работать экономика, которая связана на криптографии, то есть на криптовалюте? Она работает, по сути, очень просто. Есть эмитент, то есть имитируется вот какой-то страной, к примеру, там, неважно какой страной, имитируются деньги. То есть они имитировались в криптографической формации. Моя разработка, личная, то есть нигде еще не публиковали. Следующее, они вводятся в обиход. Следующее, то есть точно так же продолжается налоговая политика с бумажными деньгами. В криптовалюте нет налогов, грубо говоря, существует комиссия, которая собирается на, к примеру, по IP-адресам в этой зоне были потрачены, грубо говоря, эти монеты, то есть переведены на другой адрес. Комиссия идет 10% от перевода. Все, то есть дальше эта комиссия собирается, как обычный бюджет, как госбюджет, как все бюджеты. И дальше распределяется, точно так же публично распределяется. Вот, эффективность перехода. То есть проблемы, которые там могут возникнуть. О проблемах я могу, часами разговаривать. Но я все решения я знаю, я вам просто дал вообще сухую, понятную схему, как это должно быть сделано. Вот, как решать проблемы, которые могут создать обычные людишки, в плане необычные, то есть волшебные людишки. Вот, и я тоже знаю, то есть я все знаю, но сама суть криптоэкономики, да, будет 10% собираться они, к примеру, на один счет, то есть любая домохозяйка, естественно же, может проверить прям по блокчейну, то есть куда пошли, на какой тендер там, на какие разработки ушли дальнейшие деньги, то есть на развитие. Суть же в чем? Вопрос в том, мы хотим Шалашова Никитина Цыбенко,
провокации, агитации, подделки голосования, скандалы. Вот, знаете, как самое главное, то есть для чего вообще убивается масс-медиа? Чтобы вы понимали, самая такая моя нежная часть. Вы знаете, самое простое, вот знаете, посмотрите «Мстителей», наверное, там хорошо Танос вас научит всему этому делу. То есть для того, чтобы люди, назовем так, перестали сопротивляться, они не должны помнить, как было раньше. Все! И все будет. Окей. То есть самое главное, чтобы они не помнили, что было раньше. И будут благодарны за то говно, которое есть. Ладно, всем вам спасибо, давайте пока.